Ожидаются очень жаркие выходные. Как вы планируете их провести? Скорее всего, поедем куда-нибудь к воде или на речку, или на озеро Переславль-Залесский. Ну, куда-нибудь к водичке, на озеро. Планируете выезжать, может быть, на огород, на дачу? Огород, собственный дом у девушки, туда ехать никуда не надо. Да. У нас бассейн, да, у нас есть фонтанчик во дворе, нам хорошо. Угу. А как переносите жару? Плохо. Очень жарко, к сожалению. Вроде бы хорошо, что жарко, но слишком. На озеро пойду. А может быть, куда-то выезжать будете? Нет, никуда. У нас там есть Бужанин, свое озеро. Туда и пойду. А как вы вообще переносите жару? Ну, что-то плоховато. Для кого как? На пляжу. А кроме пляжа? Дома. Вечером гулять выходить буду. На даче. А помимо дачи? Опять дача. А как вы жару переносите? Нормально. Дома, на даче. А помимо? Ну, с шашлыками, со всеми этим, с бассейном. У нас большой бассейн. Вот. Так что ребятишкам можно, говорю, купаться и загорать, все это. На даче, около в тенечке, на скамеечке. Поедете на озеро? У нас там рядышком нету. Так будем обходиться водичкой в тазике, в ведерке. Мы очень ждем, когда наступит отпуск, мы уедем к морю. Мы любим море, поэтому. А на море любите ходить в аквапарке? И аквапарки любим. Конечно, дети любят различные развлечения. Ну, больше, конечно, купаться, получать полезные витамины у моря, воздух. Крым? На выходных, на даче, на речке. Купаться. Скажи, что куда ты поедешь купаться? На море.